Эй, hey, всем привет, дорогие друзья. Продолжаем. Ходячих мертвецов. Второй эпизод. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. Krista, run! Да, Криста, убегай. I'm out. Grab her, let's go. Would someone mind telling me what the fuck is going on here? She was bit by a dog. For all we know, she could be. Петька, ты херня с картинкой. So, since you're. Я не знаю, менял разрешение, все что-то. Пытался все сделать, но разрешение почему-то не менялось. I'm thinking about moving on. Прошу прощения за это. You're welcome to stay here if you want. Jesus, Mary, and Joseph. Think about it. You're Carver. What do you do? Who's Carver? You were in the woods with Krista. Please. Ah! I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Да, тут у нас чувака укусили, поэтому я выбрал Ника. You get your asses over here, both of you. Извини, конечно, но... Тебя укусили. You could have saved him. How could ты, говорит, могла его спасти. Him? Я тебя спасала. Дуралей. Telltale Games представляет. При поддержке Skybound Entertainment. Ходячие мертвецы. Второй сезон. Так, что у нас происходит? Что за говно? Это же сарай, да? Где мы тусовали? Или... Да? Твою мать. Или нет? Тихо-т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 ихо! Спокойно. Давай, держим, Ник. Каков план? Чё думаешь? Что ты делаешь, блядь? Куда ты пошел? Опачки. О, красава. Я думал, ты что хотел куда-то уйти. Кинуть нас хотел. Так, походу мы в западне, да? Сожалею. Whatever. Что так произошло? Why'd you leave my uncle? Back at the stream. Why'd you follow me? Пита укусили. Pete got bit. What? He got bit. Его укусили, he wasn't да. Going to make it. Ну, конечно, можно было ногу отрубить, но надо было действовать сразу. Поэтому без ноги нет. Он бы достал нам много хлопот. What do we do now? I don't care. If we're stuck here, we should at least look around. Maybe we can find something to help us get out of here. Knock yourself out. Да. Ник в шоке. Пребывает просто в шоке, то что чувак Пит умер. Поэтому пускай сидит. Давайте пока осмотримся. Самогонный аппарат. Интересно, кто-то варил самогон? Знаете, как в деревне. Бабушки, дедушки любят курить самогон. Ну, по крайней мере, раньше крутили, я помню. Было дело. Что у нас тут? Давай осмотримся. Do you think they'll break through that window? Guess I'll just stand here, talking to myself. Да, чувак в шоке. Ладно, пускай сидит. Не будем его трогать. Так, в ящиках, может, что я в ящиках есть? Протухло. Да ему наплевать, смотри, он вообще в депрессию впал. Так, как я помню, у нас был сок. Почему его нету? Неужели мы его оставили?
плохо. Ну ладно. Что теперь? Что там? Так и долбится. Ублюдочные. Ладно. Давай смотреть, что у нас тут. What is that stuff? Что за банки? Let me see. Какие-то припасы? Виски. Now what? Oh fuck if I know. We wait, I guess. Отличный перевод. В душе не ебу. Нормально. Telltale постарались. Ой, простите, не Telltale, а Толмач. Они же переводили. Типичный наш русский перевод. Прикольно. Вот уже стемнело. Мы все тут сидим. Западне. Что такое? Ты что, набухался, что ли? Тихо, не пали нас. Вот ублюдок, а? Нажрался, смотри. Говнюк. Ты чё шумишь-то? Стоп. Хорош. Хорош, ублюдок. А нет, смотрите, банки вроде целые. Отрезаны. Sounds weird when I say it out loud, huh? Luke always used to push me. I never wanted to go into business with him. I remember when he sold me on it. His big plan. Some fucking plan. Case of beer in, he just said, Nick, we're burning daylight. And that was that. After 6 months, we were flat broke. I didn't care. We were having fun. I wish I was like him. I wish I could just keep moving all the time. I'm just not built like that. Everyone I grew up with, it all happened to them. Now, it's gonna happen to us. We're all so fucked. This whole world is fucked. Мы справимся. Bullshit. Да, походу он все-таки выпил немножко. I mean, what's the point? Поэтому так себя ведет. Mark to some new place and somebody else will die. It's never gonna stop. Eventually. Да ладно, чувак. It'll be our turn. Добра и позитива. Can't believe we've been here a day. A day. Думай позитивно. Думай о добре, все будет отлично. Hey, kid. Have a drink with me. It's gonna be your first and your last. Ну давай, Клементина, немножко. Вспомним Ли. To Peter Joseph Randall, the nicest mean old bastard I ever knew. Да, давай. За всех, кто умер. Ник это запомнит. Вискарь. Listen, they're not coming for us. You should go. Ты это что, гонишь, что ли? Какой уйти? Пошли вместе. Stay here. I'm tired. Да ладно тебе, ты что? Go find Luke and the rest. They'll take care of you. Мы справимся. Вставай. We have to try. I don't have to do anything. Вставай, ублюдок. Пошли со мной. Are you kidding? And leave all this? You can't just sit here and die. Why not? What does it matter? You still have Luke and everyone else. They're family. Ты нужен группе. Хоть как-то. Мы должны сдержаться вместе все-таки. Че ты так сразу сдаешься-то? You're right. Давай, вставай. Yeah. А, набухался. We get separated. Cabin's only half a mile from here. You can't miss it.
You ready? Yeah, I'm ready. Well, let's go. Fuck it. В пизду. Что? Что это было вообще? В пизду. Нормально. Отличный перевод вообще. Тихо-тихо, не урони только бангу. Блять. Пошел ты нахуй, ходячий. Пора бежать. Давай. Пора ускориться, бежим. Ну, чё? Ты чё делаешь? Ну же, пидоры, смотрите на меня. Убирайся отсюда. К Нику, давай вместе. Блять, Ник, ты чё так рискуешь своей жизнью? Пошла нахуй. Твою мать, Ник, уходи! Ты чё делаешь? Я чё, тебя зря спасал, что ли? О, блядь. Чё за говно-то, а? Эпизод второй. Между двух огней. Уже утро. Ну ладно, бежим. Какой-то дом. Это же не тот дом, да? А, нет. Наш дом. Чё-то как-то стал выглядеть по-другому. Clementine, are you all right? Luke's not with you? Where's Alvin? What happened? It's been hours. Where are they? Нас напали. We got attacked. By who? Walkers. Jesus. Pete got killed. Да. Sorry. I was with Nick, but... My God. Where were you? Where were you exactly? Down by the stream. We gotta go. Just hold on a minute. My husband is still out there. Get the guns. Luke and Alvin went out looking for you. I told them not to go. Damn it, Luke. Надо их выручать. Clementine, can you please watch Sarah? She's upstairs. Конечно. Just distract her and don't tell her anything. Доверься мне, док. Все будет отлично. Thank you. You'll be safe inside. Карлсон запомнит. Don't open the doors for anything. We'll be back soon. Окей. Thank you. Да ничего, да все нормально, чувак. Че ты? Мне не сложно. Блять, или надо было с ними что ли идти? Say cheese. I found this under the house. There was all kinds of old stuff. Че получилось? Ну-ка, покажи фотку. It's so cool. Take one of me. Прикольно. Come on, take one of me. Please. Давай. Sure. Get me in a good pose, okay? Скажи сыр. Сыр, давай. Clem? Давай, давай, давай. Сейчас, подожди. My face hurts. Улыбочку. Хера. Нормально. Нормально What's получилось. Wrong? Where's my dad? Так, где твой батя? Clem, you're scaring me. Давайте все ей расскажем. Ты живешь в таком мире. Понимаешь, все. Сара это запомнит. В беде. What happened? Clem? What's going on? Все будет в порядке. They're smart people. Да, они умные люди. Не беспокойся. Блять, не надо было ей говорить, что они ушли. Твою мать. Ну? You wanna see what I found? Давай. Что там у тебя? Опа, волына. Will you show me how to use it? Отлично. I couldn't find any bullets. If something's wrong, I should know. What if I have to use one? As long as you don't Говори tell отцу только, окей? I promise. First, remember, помни, it's just a thing.
What does that mean? Неправильно держишь. I don't know. I thought it'd be heavier. Okay. Вытяни руку. What do I do? The most important thing is when you go to shoot, take a да, breath. Да, помню, как нас учила Лив в поезде. Я думаю, вы тоже, да, помните? Not that big. Вы показали Саре, как защищаться. Тихо. Sorry. Maybe I could practice outside. There's that tree. Нет, не стоит. Я думаю, не стоит. Люк? Подожди, может, это не люк? Осторожно, слышишь? Девчонка. Подожди, давай осмотримся. Нет. Нас туда не впускают. Походу, это не люк. Какой-то странный чувак. Ну-ка, давай посмотрим. Кто это был? Так. Что-то как-то все это странно, слушай. Какого хера? That's not Luke. Это не Люк. Я же говорю, это не Люк. Это какой-то... Это какой-то бомж! Бомжара, ты тебе что надо? Валяй отсюда. Кто это? I don't remember. No. Clem, I can't breathe. I can't breathe. Тихо, не паникуй. Сейчас все будет. Hello. Дверь. Что это нам дает? Anybody home? Закрыться, что ли, мам? Hello there. Who are you? Кто ты? Well, actually, I'm your neighbor. Какой сосед? Ты че гонишь, что ли? That's right. Тут стоит один дом. My family and I are set up a ways down river. I'm kind of surprised we haven't run into each other. У него есть ствол. What's your name? Как тебя звать? Ты че, бля, я тебя не знаю. Hello, I'm sorry. Ты че, сука? I only need a couple minutes of your time. Какого хера? Ты че вообще здесь забыл, а, ублюдок? Мне не нравится. You don't usually see cabins this big out here. У нас большая группа, так что опасайся. Oh? Он это запомнит. Dozens. They'll be back soon. And they left you here all alone. They must trust you. Well, I'll cut to the chase. I'm out looking for my people. Seven of them, to be exact. They've been gone a long while, and I'm worried they might have gotten lost. Maybe you've seen them. A couple of farm boys and an old man. Spanish guy and his daughter. Quiet girl. Yeah. A bit taller than you. Хотя... Big black не, guy. Не. This big. And a pretty little pregnant lady. That's a lot of people. Tell me about it. This whole damn thing's a pain in the ass. Ну, смотри, чувак какой-то странный. Какой-то он, я не знаю. Какое-то у него лицо. Не внушая доверия совсем. Ты куда пошел ты, эй? Стой, чувак. Как дома у себя ходит? Обнаглевший. Ты давай, не разгуливай здесь. Well, looks like a damn tornado ran through here. Must be like close to 10 people with you. More. Так стало. Деловая. Just passing through, or you've been here a while. Hey, listen, kid. I hope you're not one of those nuts headed up north looking for Shangri-La. А где вы живете? Where do you live? Yeah, down by the river there. У реки. Mm-hmm. There's a sweet little spot with a boat where we pitch camp. Got a few tents up and everything else. Like I said, I'm surprised we haven't run into each other. Какие палатки? What kind of tents? Big orange ones. Why? Just wondering. Бля, что делать-то, а? Что делать? Ты что делаешь, Where does this go? Я сама его положу. Oh, I'll take it. Фух. Пока вроде все нормально. Well, this is a real nice place. Kinda cozy. Ну да. I knew a guy that always wore shirts like this. Doctor.
Хм, он его знает, смотри. Bill Smug, son of a bitch. But a smart как его зовут? What's his name? Carlos. Смотри-ка, знает. Хм. Well, well, White's in trouble. Three moves away from checkmate. What was that? Вообще без палева. Так прошла. I thought you said nobody's here. Наверное, это просто ветер. Probably just the wind. Да. Не поднимайся туда. Ты что делаешь, ты? Вообще прихерил. Ходит как у себя дома. Ты чё вообще тут забыл-то, а? Может, он тоже боится? Вдруг здесь ходячие? Тихо, 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 ты чё? Успокойся, мужик. Под диваном лежит. I told you, nobody's here. Seems that way. Да, тут никого. Didn't mean to be rude. Couldn't just leave you here with a good conscience if someone was poking around, right? Sure. Конечно, конечно. Блять. Who's this? Твою мать. Must be someone who lived here. Must be. Ты копался, а? Чё тебе надо, мужик? No idea who these people are, do you? Твою мать. Кто вы их знаете? You know them? Let me ask you this. When you met them, how much did they trust? Чё за вопрос на вопрос? Мне это не нравится, мужик. What's your point? If people don't trust you, how can you trust them? Well, I think I've troubled you long enough. I can let myself out. Why shouldn't I trust them? You have a real good day now. Он это запомнит. Хм. Странно. Where is he? He's gone. Он ушел. What if he comes back? Интересно, девки пляшут. We need to find the others. We can't go outside. Чё ты? Clementine. А вот идут, идут. Sarah, you were мы уже потеряли me, их. Right? We gotta go find him. A man was here. What? What did she say? Someone came to the cabin. What? Clementine talked to him. And you just opened the door for him? Calm down, Rebecca. Calm down? I am calm. А мы все равно вышел. Ему было похуй. I told you not to open the door for anyone. А что я поделаю? Did he say his name? Did he say what his name was? Maybe it wasn't him. You know damn well who it was. Did he say his name? Я не спрашивал его имя. Ask his name. You didn't ask his name? How could you not ask his name? He had a gun. I didn't want to make him mad. Look, Clem, just tell us what he looked like. What was he wearing? Did he sound different? How old was he? У него была борода. Like mine or more like Alvin's? It was droopy. Дровосек, типичный дровосек. You're not gonna hurt anyone, are you? Of course he won't, Sarah. Your dad's the nicest man I know, which is why he's not gonna do anything crazy or not nice, right? You know these are bad people, sweetie. They will do or say anything to hurt us. All right, what do you think? Did it seem like he'd be coming back? He saw a picture. Я даже не знаю. A picture? What were you doing taking pictures? Carlos. What? You need to calm down. All right, you're scaring your daughter. It was Sarah's idea. Это Сара придумала сделать фото. I don't care whose idea it was. He was scouting. We got lucky. He wasn't expecting to find us. Clementine must have surprised him. She hadn't been there. Well, he was too smart to stick around, but he'll be back with the rest.
We don't have much time. Так, что будем делать? Надо приготовиться, да? Alvin, куда уходим? Вы чё? Куда пошли-то? Твою мать. We have to leave now, sweetie, before he comes back with more bad guys. But it's gonna be okay. Let's just go get your things. Почему мы собираемся? To bring us back. Вернуть нас? Clem, I don't know what he told you, but William Carver is a dangerous man. He's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. We were lucky to escape. Look, I'm sorry to involve you, but now that he's seen you, you'll be safer with us. We have to leave. Okay. Look, we gotta find Nick on our way out of here. You know where he was, right? Yeah. All right. Everybody grab your stuff. Let's hit the road. Твою мать. Какой-то чувак. О, красавец. Какой-то чувак из какого-то мужика. Нам приходится уходить. Yeah, just a little как-то пока все непонятно. Hey, Clem. Sorry if I gave you some shit back there. I'm just a little on edge. I still don't like what you did. Sneaking around on us and taking advantage of my husband. But I know you were in a tough spot. It's okay. Да ладно. It's not you I'm yelling at lately. It's Alvin. And then I'm in real trouble. Да, нормально все. Чё-то. I'm not a little kid. Да, я уже довольно-таки взрослая, так что не надо мне тут заливать всякую шушу. I always thought he didn't know a damn thing. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone. I'm not used to that. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patience. Alvin да, and I still don't know what to слишком нервная дама. Him, будь полегче, и все будет отлично. Any ideas? Clem? Подожди. Вот, мы дошли до этого места. Так, ну, надеюсь, что Ник живой. Хуя! Ник! Так. Что-то я сомневаюсь, что он там. Давай. Так. Чё, никого? А нет, тут есть. Чё там? Ник? Твою мать, ты чё, умер, что ли? Живи, мужик. Живи. Jesus. Hey, man. You got any aspirin? Nick, you asshole. Слава богу, ты живой. Твою мать, а? Я ж думал, тебя порешали. It's dead. I know, man, I do. We gotta get moving. Okay, Carver's gang showed up. Соберись, мужик. Yeah. Yeah. Все будет нормально. Ну, вроде все нормально. Ник с нами. Это уже радует. Хоть что-то. I just wanted to say, thanks for not giving up on me. В следующий раз слушай меня. Time you should listen to me. Да. I'm sorry. Я пережила больше вас, намного. Так, куда мы идем, интересно? Что произошло в сарае? Look, you can tell me. I'm just looking out for him. Ник спас мне жизнь. Saved my life. Really? Yeah, sort of. I'm worried about that kid. Keep an eye on him for me, would you? You sure you still want to come with us? Ну, look, пока да. I know we got off to a rough start, and I can't make any promises it won't get rougher. But мне нужно найти Кристо, так или иначе. I have to look for Krista. She was headed north, right? Yeah. So are we. Look, you're gonna have a better chance of finding her with us than on your own. Ну, ладно, давайте, ребят, пойдем вместе. Now, if they're tracking us, we should be able to lose them up there. Нам нужно найти Кристо. 5 дней идти. We have to keep moving now. It's our only choice. Охереть, так долго? Ну ладно. Ник, не отставай.
Что-то как-то больно, идешь уныло. Что-то я приуныл, да? 5 дней спустя. Офигеть, 5 дней уже прошло. Так, что у нас тут мост? Так, ребята, ладно, давайте здесь закончим. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.